Кира. Бруно, давай уже пойдем плавать! Чего мы ждем-то? Макс, братишка, так управляющего же нет, не разрешается. Так его и не будет, возможно! Мы уже 10 минут здесь стоим просто так! Давай хотя бы на велосипедах прокатимся! Да блин, Макс, не хочется что-то кататься. Купаться хочу, вспотел уже весь, жара-то какая стоит. Ну да, Бруно, ты совершенно прав, еще больше будет жарко. Трам-пам-пам, трам-пам-пам. Кать, а ты чего так рано-то в бассейн пришла? Он еще закрыт, вот мы ждем стоим. Так вы и стойте дальше, я вас-то с собой не зову, быстренько окунусь, да пойду дальше. Тоже мне запрещать, и не будут плавать. Макс, братишка, что-то я не понял. А что, так можно было? Бруно, братан, да я-то откуда знаю? Девчонкам закон совсем-совсем не писан. Особенно Кате. Ну да, здесь ты точно прав. Прошу, расступитесь. Свинка Пеппа, привет. Давно тебя не видела. Привет, Катя! Да вот никак не получалось выбраться в бассейн. Я такая грязная, водная, решила скорее пойти поплавать. А, что-то я, Бруно, совсем-совсем ничего не понял. Мы что, только вдвоем с тобой, порядочный гражданинины, бассейна? Макс, это, я тут подумал, может тоже пойдем купаться? Ну что это? Катя, свинка Пеппа плавают, а мы стоим здесь и ждем, как истуканы, не пойми чего и кого. Ну и ну, Макс, братишка, ты это видел? Машина с мороженым без водителя проехала. Бруно, дружище, ну ты чего? Не знаешь, что сейчас это все роботизировано? Это машина-робот. Ты ей кричишь, мороженое хочу, она и останавливается. А-а-а, понятно, понятно теперь. Макс, привет. А чего это вы здесь стоите? Идемте плавать. Настя, привет. Вообще-то я тоже здесь. Привет, привет, Бруно. Настя, управляющего еще нет. Поэтому мы с Бруно не решаемся пойти плавать. Ну а свинка Пеппа и Катя уже купаются. Ну и классненько, я тоже пойду поплаваю. Привет, девчонки. Мальчишки какие-то странные, не идут купаться. Такая жара стоит, я бы не смогла столько стоять и ждать управляющего. Привет, привет, Настя. Но это же Макс. Да Бруно, они одинаково мыслят. Хотят казаться такими порядочными. Хотя что тут такого? Это же детский бассейн. Но жарко, душно. Что, теперь терпеть, что ли? Вот и я о том же. Девочки, ну они же мальчишки. Они мыслят чуть иначе. Макс, Макс, пойдем тоже уже искупаемся. Хотя бы 5 минуточек. Я уже не могу стоять на этом пекле. Да, блин, Бруно! Понимаешь, здесь какое дело? Если у меня не будет никаких нарушений и никаких жалоб на меня, тогда мама на следующей неделе с папой отпустят меня в кино на самый клевый мультфильм, который только вышел. Привет, ребята! Не подскажете, в бассейне очень много детей? Привет, привет, Бьянка! Там только 3. Хорошо, спасибо. Привет, подружки! Я так мечтала окунуться в воду! Наконец-то моя мечта сбылась! Привет, привет, Бьянка! А как там эти олухи? Стоят до сих пор? А ты имеешь в виду Макс и Бруно? Да, они что-то стоят, все такие красные. Почему они не плавают? А потому что они боятся! А чего боятся-то? А боятся не того, что управляющий придет, надает им по шапке. Держаться нету больше сил. Давно пора, дурачины вы такие.
подпишись и лайк поставь. На колокольчик ты нажми.